Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в пушистого кондитера. Игра, видно, казуальная, она детская. Так, остается последний шаг. Надо смещать ингредиенты, приготовить угощение. Ну, давай. Там фигарит, айда ушел. А, я должен тыкать? Нафига себе. Я думаю, что он показывает, типа, бабушка бы мною гордилась. Прекрасная булочка. Первый покупатель. Очень важно исполнять пожелания гостей. Мы не хотим их разочаровывать. Оп, и забрали. А новый ингредиент, с ними можно испечь еще больше угощений. Ну, давай посмотрим. Цвет заказа подсказывает начинку, с какого цвета нужно подобрать. Твоя манипуляция с тестом впечатляет. И типа тесто. Ну, давай сердечко. Опа! Кексик! Держи, братан! А, когда я правильно исполняю заказ, покупатель доволен. Праздник без десерта, не праздник. Это получается вот этот и вот этот, я так понял. Это получается вот этот. Какие-то волшебники ко мне приходят. На, держи, братан. Ай, спасибо, спасибо, учитель. А форма подсказывает настроение, какую нам под форму подобрать. А, ну форму, просто форму. Ну давай, с этим. Ему пофигу вообще. На, братан. Жри. Все, доволен, молодец. Все, уф, работа пекаря непростая, но приятная. Теперь надо поспать, чтобы отдохнуть бесплатно. Короче, типа еще нужно, я так понял. Окей, тяжелую работу, может себя побаловать. Так, сердечко и вот это, наверное. Я так понял. Давай манипуляция, фигари, вот. Держи кексик, братан. Ура! Чего-чего-чего-чего, убежала такая. Опа, что тебе надо? Просто цвет настроения синий. А, братан, вот я не знаю, что это такое получится. Ну, цвет твой настроения синий, это уже хорошо. Ой, надо это нажимать же. Пикарим. На! Доволен, все, зашибись, иди отсюда. Ну, ну давай, я понял тебя. Что нужно тебе? Воплоти все слоенные мечты. На! Бро. Тебе булочка, конечно, фиолетовый подошел. Я буду печь вкуснейшее угощение, пока моя пекарня не станет лучшей в городе. Правда, сейчас у меня кончились силы. Время заслуженно отдых. Так. Это что такое? Не понял. А, типа пока отдых? А. Бля, это что-то. А, вот. Блять. Будем выбивать бабосики, короче. Пока отдыхаем. Да что ты? Во. А! Вот так вот. А! О! Почему бабосы будем убивать, пока он отдыхает? Мини-игра такая. Танс. Давай-ка, давай-ка, во. Тыш. Ох ты! Тыш. Так, во, погнали, во. Во, бля. Это типа пока мы... Сколько он будет отдыхать-то? Что, офигел что? Ну что, должны 150 выбить? Блядь. Убивай сердечки. О, еще одно сердечко. О.
По одному всего лишь. Блять. Чё так долго? О, все. Мне нужны эти булочки. Мне нужны эти булочки. Ладно, все, сейчас впекарим. Ладно, держи. Ура! О, что-то получили. А, становится все ближе с каждым видом, я знаю их лучше по кусочку. Ладно. Это что? Типа личное что? Давай, сейчас мы спекарим. А это что такое за форма такая? Это что? Не то угощение. Не. Ну блин, чувак, я не знал, что это за форма такая у тебя. Ну это я не знаю тоже, может это четко за форму. О, все, понял. Ура, радостный такой, беги. Беги, беги, беги отсюда. Быстрее. О, опять крокодил. Вот этот с этим. Все, мы сейчас замутим, братан, только сейчас сделаю такой же. Чувак был вполне доволен. Ты тоже, молодец, молодец. О, зайчонок. А, это пицца для души. Давай с морковки. А ты зайчонок любишь с морковки. Морковное приготовление. А, вот как раз. Вот это дерьмо, которое упустили. Иди, зайчонок. Закрыть, да, открыть осталось столько секунд. Ладно, ребят, в принципе, вы поняли, здесь что за игрушка, зарабатывает денежки, пока там тебе не останет вообще скучно. Но на этом все, с вами был Шевеля, до новых встреч, пока.